привет. Привет моим друзьям, привет подписчикам. Я понимаю, вы мне уже прогулы поставили, мне 2 недели не было. Кому надо, тот знает, а кому не надо, не надо. В общем, сегодня у нас необычный обзор, необычное видео для меня. Но, как видите, у меня на столе очень много посылок с Китая и не только. Сегодня мы с вами посмотрим, что же пришло. А мне самому интересно, заказывал давно, уже забыл, что это. Вот оно за 2 недельки подсобралось, поднакопилось. Давайте не будем откладывать, начнем. Так, что же тут такого самого интересного? Вот здесь у нас с вами. Так, ага. Это у нас с вами пришла зарядка. Зарядочка под батарейки. Фирма Ultrafire. Ну и батарейки я заказал в комплекте. Причем самое интересное, что можно до 6 батареек сразу заряжать и разных форматов. Обычный провод идет к питанию. Подключаем к розеточке. И заряжаем батарейки пальчиковые, любые. Думаю, очень вещь хорошая, интересная. Пригодится. Значит, где-то у нас еще есть батарейки. Вопрос где? Я не знаю где. Ладно, будем открывать все подряд. Я думаю, мы до них дойдем. Что-то здесь такое мягкое, интересное. Здесь такое мягкое, интересное. Так. А здесь у нас вот такой кабель хороший. Многие поди заметили, в магнитолах нету USB встроенного, но есть AUX выход. Все очень просто. Китайцы придумали такую вещь, как AUX, переходящий в USB. Я думаю, интересная штучка. Стоит что-то какие-то смешные 76 рублей. Так, следующая посылочка. Ага, вот интересная вещь. А вот это, ребятки, очень интересная вещь. Это у нас с вами... Ух, завал-то, посылок-то. Вот эта штучка УВК. Вставляем в системный блок, а вот эти провода, тюльпанчики, мы вставляем в старый видеомагнитофон. Через устанавливаем драйвера и наше видео с вами оцифровываем с видеоформата к цифровой. Я думаю, вы оцените эту вещь. Стоит, кстати, совсем недолго. Ссылочки все будут внизу в описании, поэтому смотрите. Вещь хорошая. Позже попробую, покажу, отпишусь. Ну и идет удлинитель USB для удобства, для работы. Так, следующая посылочка. О, хорошая вещь для спортсменов. Заказывал месяца, наверное, полтора назад. Такой вот наколенник с дополнительной фиксацией лентовой идет. То есть крест-накрест и взахлёст идет. Очень удобно будет спортсменам, волейболистам, баскетболистам, да, хоккеистам, да всем, в принципе, каратистам, тэквондистам, любым видом единоборств, особенно фиксирующий наколенник. Отличная вещь. Давно хотел себе заказать. Наконец-то он мне пришел. Так, следующая посылочка. Вот посылочка, сколько надо. Ага, хорошая штука пришла. Вот такая вот USB розеточка. Данную розеточку крепите как обычно в гнездо. Только у нее идет не только 220, но и переходник идет на USB. Заряжать свои гаджеты, телефоны, ноутбуки там и так далее, и так далее.
очень удобно и практично. Рекомендую. Цена средняя у нас, смотрел в магазинах, 550 рублей. С AliExpress я заказал что в районе 400 рублей. Ну, тоже дороговато все равно, но, по крайней мере, попробуем, посмотрим. Я думаю, будет полезно и интересно. Так, следующая посылочка. Так, а это у нас с вами микрофон пришел. Длинный, для съемок. Ага, меховушечка такая интересная. Насадочка. Также идет. Так, длина у него, если я не ошибаюсь, так, 3 метра. Да, длина 3 метра микрофона. То есть в дальнейшем удобно будет вести диалог. На микрофон есть различные насадочки. Такая, например. Либо меховая, зимний вариант. Так, это у нас идет переходник, удлинитель. Ну, в общем, хорошая вещь, практичная. Я думаю, мне очень пригодится в моем хобби. В дальнейшем будут видеосъемка, в том числе и интервью какие-то брать. Вещь хорошая, я думаю, будет полезна. Так, следующая посылочка. О! Вот такие вот черно-белые наклейки. Особенно такие наклеечки нравятся детям. Они любят подобные наклейки клеить себе на велосипеды, на скейтборды там и так далее. В принципе, какие-то коцки на машине, на бамперах заклеиваются. Может, видали, когда весь бампер заклеен. Такие наклеечки стоят 125 рублей. Пожалуйста. Они различные. Я, наверное, доставать их не буду. Или достану лучше. То есть они всякие разные. Цена говорит ни о чем. Так, следующая посылочка. Ух, как запаковали. Так, вот тоже хорошая вещь пришла. Это у нас вот такой кармашек идет для телефона. Он идет. А, ну под розеточку как раз у нас. Под данную розеточку. Они вообще в комплекте должны были прийти. То есть крепятся они на стеночке рядом. Воткнули свой гаджет на зарядочку и повешали его, поставили в данный кармашек. Не надо никуда придумывать никакие подставки, ничего. Очень удобно. Хорошая вещь. Так, следующая посылка. Так, а здесь, скорее всего. А, это пришел микрофон на вот этот вот фотоаппарат Nikon, на который я снимаю сейчас. Вот такой вот микрофончик хороший, надеюсь. Ага. Хорошо, будем сегодня пробовать. Ну что, продолжим. Итак, самая большая коробочка, я думаю, это пришел штатив. Ну, я надеюсь, это, о да, это штатив пришел. Штативчик. Эта коробочка, конечно, немного пострадала. Надеюсь, штатив сам не пострадал. Мы даже сейчас сразу поузнем и попробуем его использовать. Так, чехольчик удобный такой. Ну, качество, конечно, так себе. Но главное, штатив. Так, ух ты, как интересно. Он мини получается, да? Угу. Только он такой совсем небольшой, да? Интересно, он вообще удержит, нет, мою камеру? Или не удержит?
высота у него получается. Совсем не очень, да? Ага. Будем пробовать. Будем пробовать. Сейчас и попробуем. Сейчас будем дальше резать. Все, понеслась. Смотрим остальные посылочки. Так, здесь у нас... А вот это вот я вам показывать не буду. Это для моего личного пользования. Так, а что ж там интересного? А вот секрет, секрет, секрет. Так, следующая посылочка. Ага, пришла интересная вещь. Это у нас с вами гипнотизирующая маечка. Вот, кстати, размер-то как раз и большой. Ну, мы сейчас сразу вам покажем ее. Она, единственное, будет немного мятая на мне, но ничего страшного. После рекламной паузы. Маечка, вот она. Ее отгладить, постирать, и будет красота. Ну, я в ней продолжу. Уже неохота второй раз переодеваться. Так, здесь вот. Я, честно, даже вообще не помню, что я там на заказывал. Ага, хорошая вещь. Нужная вещь, важная вещь, особенно для тех, у кого есть животные. Животные, животные, мне нужно животное. Тише, тише. Опа! Вы не поверите, но животное у нас есть, называется кот. Ну что, кот? По идее, эта перчаточка должна у нас... Росла, вообще что-то росла, получилось. Ну-ка, росла сейчас. По идее, эта перчаточка должна собирать шерсть. Вообще написано, как для коней, но это не конь, это маленький кот, рыжий, рыжитишка. Мы сейчас с вами проверим, сразу пузяку ему натрем. И вы знаете, она реально собирает шерсть. Качество перчатки... Ну, такая она жестковатая. Ох, шерсть полетела. Но с учетом того, что шерсть кошачья, она прям везде уже надоела. А если у кого-то еще аллергия, можно прям среди так вот раз, ножичку так вытянуть, переднюю так взять и вытянуть. Ну все, вали. Ну и вот смотрите, очищается. В принципе, очищается легко. Ну, буквально что там, 3 раза 4 гладанул. В общем, хорошая вещь. Ну и, по-моему, коту даже было хорошо. Ага, осталось у нас с вами 2 посылочки. Ой, кошак линяющий. Сколько шерсти же сделано. Так, а здесь, я надеюсь, пауэрбанк, который я заказывал уже больше месяца тому назад. А, нет, это не пауэрбанк. Пауэрбанк мне так и не пришел. Здесь у нас с вами... Но тоже неплохая вещь, особенно для тех, у кого ноутбук и в нем мало гнезд USB. А еще, как правило, эти гнезда USB очень быстро помирают. Но опять же, это идет не просто как USB, да, у нас удлинитель, а это у нас идет еще и как картридер. То есть, чем хорошо, можно любые флешки непосредственно, то что у нас идет microSD, SD. Так, М2, микро, так, MS Pro Duo и 3 USB-шника. Получается очень классная тема. Но опять же, небольшой удлинитель, коротковатый. Но рядом с ноутбуком или с системным блоком этого будет достаточно. Опробую чуть позже. Я думаю, буду доволен. Ну что, осталась последняя посылочка на сегодня. Это у нас крюки для ног. Заказывал я их через интернет. Уралпресс Красноярск. Так, это не то. А чья же эта фирма, кстати? Кто же это у нас их делает? Угу. Ничего не пишет. Это так, адрес. Что-то, знаете, я не вижу здесь, кто у нас производитель. Нету производителя. Ладно, может быть, есть... Внутри коробочки. Немножко коробочка помялась, но там, в принципе, идут крюки.
я не думаю, что они пострадали. Я, по крайней мере, надеюсь, что они не пострадали. Сертификат какой-то подарочный, гарантия, ремонт, после... уж не знаю, что там они собираются. В общем, какой-то сертификат. Здесь у нас, видать, ага, как вот позвоночник, видать, учите им висеть кверх ногами и так далее. Снятие стресса, сохранение дисков здоровыми, уменьшение боли в спине. Эффективное укрепление мышц спины, живота, поддержание молодости организма, корректировка осанки. В общем, инверсия вам поможет уменьшить боль в спине, сохранить диски здоровыми, снять стресс, стимулировать кровообращение, выправить осанку, поддержать молодость организма, эффективно и быстро укрепить мышцы спины, живота. А также поможет достичь оптимальной физической формы, сохранить рост, устранить застойное явление внутренних органов и варикозное расширение вен, усилить подачу кислорода и головного мозга. В общем, смотрите, вещь. Шикарно, здесь только, знаете, прилично. Вы надеваете их на ногу, защелкиваете на ноги два этих крюка. И что вам еще нужно будет прикупить к данным крюкам, это турник, на котором вы будете в дальнейшем висеть. И по идее, я не вижу здесь, а, нет, нет, все, ошибся. Идет вот такой вот хлыст, то есть он крепится за турник, то есть когда вы ножки закинули, повисли на них, тело свое опустили, не у всех пресс развит качан, у вас будет на турнике висеть этот хлыст, по которому вы сможете в дальнейшем подтянуться и снять свои ноги с турника. Рекомендуют, для чего я уже сказал, я себе их заказал для того, чтобы как раз вытягивать позвоночник, очень много просмотрел видео различных, где ребята пробуют вытягивать позвонки, особенно у кого грыжи, протрузии, очень помогает, это дополнительное упражнение. К сожалению, какой-то период времени я не смогу этого делать, потому что у меня совсем недавно было две операции на одно колено, но отдельное видео в дальнейшем я обязательно сделаю. Как раз, кстати, идет у нас турник, который я заказал, 3 в 1. С брусьями в комплекте. Тоже установочку, разборку мы все это с вами снимем, покажу. И продемонстрирую как раз вот эти вот крюки. И вы поймете, что вещь классная. Но я, соответственно, попробую на себе. Всем рекомендую. Хулиганы. Ой, всем привет еще раз. Небольшое дополнение. Пришло еще 2 посылочки. Это у нас осьминог, подставка, тренога для GoPro-шки и батарейки для зарядного, которые у нас почему-то пришли позже, чем надо. Так, ну что, давайте начнем. Это у нас с вами, а вот этот и есть осьминожек. Треножечка, тренога, осьминог. Не знаю, почему называется осьминог. Вроде всего 3 щупальца. Ага. Вот. Тебя мне и не хватало. Как интересно. А если вот так вот? Я знаю, что... О! Здесь прорезиненные, смотрите, у него... Прорезиненные боковушки, которые цепляются везде. Он так довольно-таки неплохо цепляется. То есть ракурсы можно будет различные снимать. Полезная, хорошая штука. И мне ее не хватало. А у меня простая пластиковая стойка, но на ней угол не поменял. Здесь буквально даже вот раз немножко подзагнул наверх. Там или вниз куда-то, или в бок. В общем, осьминог пришел. Отлично. Так. Помните это зарядное? Ультрафайр.
пришли батарейки. Заказывал я две батарейки, что-то 1800 микроампер и 1200 две штуки. А пришло их почему-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Так, 1200, 1200, 1200, 1200, а вот 1800, 1800, и эти 1700. А, интересно, заказывал две таких, думаю, попробую, а по факту пришло четыре таких. То ли бонус, то ли у них один штука за две идет. Ну, в общем, батареечки можно использовать хоть где, в любом пульте, в любой аппаратуре, в машинках там и так далее, в брелках для автомобиля. И в дальнейшем потом заряжаем. И его чудо, они сюда не подходят. Формат здесь идет зарядного, получается, не 3А, а которая больше стандарт, 2А. Ну, в общем, так они не входят. Сюда какие-то более большие дать батарейки можно. Но эти, как вы видите, сюда совсем никак. Можно, конечно, по-русски сделать небольшие железные проставочки. Скорее всего, так я и буду делать. Но, как вариант, да закажу батарейки. Хотя, вот, как бы, ну, в основном нужны вот такие пальчиковые больше батарейки. Либо придется это заказать, либо переиспользовать перемычки по-русски. Но вообще по факту, конечно, интересуют меня вот именно такие маленькие батарейки. Так, это у меня 1800, 1800, 2 1800 и 2 по 1200. Ну и ладно, пусть будет, пригодятся. Попробую на брелках, может, они живые еще, хоть сколько-то поработает. Все, у нас с вами основной обзор закончен. Здесь у меня еще буквально под вашим подбородком большая одна коробочка идет. И коробочка поменьше. Это у нас пришел турник 3 в 1, о котором я вам говорил чуть выше. Крюки у меня для ног готовы, но опять же пока что мы не сможем их использовать. Если только на супруге. Или может кто в гости ко мне придет. Но следующий обзор у нас с вами будет непосредственно посылка с турником. Будем его сначала доставать с коробки, потом собирать, привинчивать к стене, но не к этой, а в другой комнате. И пробовать подтягиваться, пресс качать. Там, кстати, на брусьях можно отжиматься будет. Самому любопытно и интересно. В общем, вот такой вот у нас получился необычный, нестандартный сюжет. Не моя тема, пробую везде. Интересно. Что хотелось бы сказать? Нас с вами уже 126, а надо хотя бы 1000. А знаете почему? Потому что, подписав с Ютубом контракт, они мне выставили условия. 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков. За это они обещают $100 и заключение договора по рекламе. Как вы понимаете, реклама — это двигатель торговли, это какие-то там копейки. Не знаю, смотрел несколько различных отзывов блогеров, там, кто уже давно этим занимается, у кого там по миллионам подписчиков и так далее. Говорят, что выплачивают деньги. Но опять же, вот в России у нас с этим совсем не очень. Если вот за рубежом, на иностранного зрителя, там у них идет оплата прям приличная, а у нас что-то около в 2-3 раза меньше оплата идет. Но опять же, вот эти $100, которые они якобы начислят за 1000 подписчиков и за 4000 просмотров часов, они обещают $100, но опять же, чтобы их в России вывести, нужно будет подписать с посреднической компанией такой же договор, чтобы через них деньги выводить. И за это они берут от 30 до 50%. Это очень много. В общем, подписываемся. За подписку с вас денег никто ни копейки не возьмет. Ставим лайк. За это по рукам не бьют. Ловим позитивные эмоции. Ищем для себя что-то интересное. Ну, вы же понимаете, на самом деле, все это барахло, которое нам
особо и не нужно, из нас делают потребители, а мы потребляем. Поэтому подписываемся, ставим палец вверх, всем здоровья, удачи, пока-пока. А я на костылях похромал дальше.